А это чей такой подарок? Ой, упала. И что там в этом мешочке? Это мой подарок. Ты какая злая. Я похож на короля сосисок. Это единственное мое сокровище, но я дарю его тебе. Мы с муравьями пообщались и решили сделать тебе вот такие вот милые подарочки. Надо теперь за вами подметать. Веришь, хотела спеть тебе песню. Саф, ты что, заболела, Юми? Хай, ты на канале Magic Family. Меня зовут Аня, и со мной мои собачки. Но на нашем канале еще много других питомцев. Так что, если ты тоже любишь животных, как и я, обязательно подписывайся на канал и нажимай колокольчик. И вчера мы совершили большое событие. Мы спасли ослика от смерти, и это очень было трудно и тяжело. И мы обязательно скоро, буквально вот на днях, покажем, как мы ухаживаем за ним и как он живет в своем новом доме. Но сегодня 6 апреля, а 6 апреля – это большой для меня день, потому что сегодня родился Эйвон, моя первая в жизни собака, которую мне подарили. Сегодня Ивасику исполнилось целых 6 лет. Я такой взрослый, да, мам? Да, Ивасик, целых 6 лет тебе уже. Я очень люблю Эйвона. И тот, кто смотрит наш канал давно, знает, что у него есть собственный характер. И поэтому сегодня мы решили вспомнить некоторые моменты из жизни Эйвона с нашего канала, а также, конечно же, поздравить его с праздником. И подарить ему подарочки. Мам, ты же знаешь, как я это все не люблю. Да, я знаю, что ты не очень любишь свой день рождения. Это же такой праздник для меня. Ведь ты был первой моей собакой. Точно, я же был самым первым. Да. Я видел такую большую муху. Эйвон. Эйвон, все. Ладно. Я тебя, считай, съел. Шу, привет. Ну, блин, ты чувак реально напугал. Все, снято, заходи. Всем собакам бесплатный корм. Сколько хочешь, бери. Юху, Софи, мы едем на байке. Тр-тр-тр-тр. Что-то без очков я себя не чувствую таким крутым, мам. Я похож на Брэда Питта в бойцовском клубе? Нет, Эйвон, похож. Нет, похож. Нет, а так? А что-то изменилось? Я супер, Эйвон, детка. Лечу к тебе. Окей, Яндекс. Ой, окей, Гугл, проверь координаты. Мы хотим посетить тебя, четвероногий друг. Слава богу, вы пришли. Ладно, забудем этот момент. Угу. Я самый крутой Бэтмен. Хомяки? Наши свидетели? Кушайте яички, будьте здоровы. Ага, да. Да. Я яйценосец. Или яйценоситель. Классный я. Поздравь Эйвона, поставь ему лайк. Софи, какое у тебя красивое платье. Платье-бабочка, как ты нарядилась. И Миша сегодня нарядилась. И даже Юмичу. Для начала, Ивась, я подарю тебе подарки, которые тебе передали из нашей большой собачьей семьи. Давай только недолго. Не зевай тут. Хорошо. Первый подарок очень полезный. Это самые разные салфетки для ухода за всем, чем только можно. Ушами, глазами, лапами и всем-всем-всем. Тебе понравилось? Понравилось, понравилось. Следующий подарок, который тебе прислали ребята, это вот такая вот мягкая, красивая, прикольная игрушка-подушка-косточка. Отличный просто подарок. Надо ее развернуть. Да, ты на ней можешь спать, играть с ней, и еще внутри нее есть пищалки. Круто. Да. Спасибо вам всем, ребята, за подарки. А можно я съем эту зеленую змейку? Юми, это ленточка. Можно я ее съем? А это чей такой подарок? Это, видимо, Мишин подарок, да, Миш? Да, это мой подарок тебе, Эйвон. Хоть мы и поругались вчера. Видишь, она тебе подарок подарила, хотя вы и поругались. Но я обиделся. Вчера она сказала, что я зануда. Но ты же и есть зануда. Ой, упала. Прости меня, Эйвон, пожалуйста, что я назвала тебя занудой. Я поздравляю тебя с днем рождения и желаю, чтобы ты был счастлив. Давай повращай ее. Ладно, я прощаю тебя. Спасибо. Не за что. А что же там внутри? Посмотри. Ух ты, тут ты сердечко тут положила. Это значит, что ты все-таки меня любишь, да? Да. А у меня есть хвостик и настоящие большие вот такие уфы. Да, Юми, а что там еще у меня в подарке? Достань, мам. Смотри, какой красивый ошейник тебе подарила Миша. И положила тебе сердечко туда. Ну что ж, братик, а теперь моя очередь. Мы с тобой вместе уже очень давно. И я желаю тебе, чтобы все твои мечты сбывались. У тебя же есть мечты? У тебя же есть мечты?
А кто такой Мифты? Ну, есть вообще-то. Вот пусть они все сбудутся, и я дарю тебе... Ну, что? Вот такой вот волшебный мешочек. И что там в этом мешочке? Так, Давай, достану, что там в мешочке я тебе положила. Это собачьи сосиски, Софии. Класс. Вот это классный подарок. Ну, все подарки классные, но сосиски можно съесть. А можно этот мой тоже будет подарок? Нет, Юми, это мой подарок. Ути, какая злая-то, ой. Я похожа на короля сосисок? Не очень. Да, лучше просто съешь их, Эйвен. Ладно. Тебе понравился мой подарок? Понравился? Да, понравился. Я хотела тебе подарить игровую приставку, но у меня нет денег. Но главное ведь подарок, да? Ну, да. И пока девчонки дарят Эйвену подарки, я сделаю торт. Это специальные лакомства для шерсти в виде вот таких вот сердечек. Также у меня есть тут другие лакомства для украшения. И сейчас я сделаю торту форму и украшу его. Подарю ему свое сокровище. Юми, ты уже подготовила Эйвену подарок? Да, конечно. Ну и где он? Мне грустно расставаться с моим подарком. Почему, Юми? Потому что это единственное мое сокровище, но я дарю его тебе. Ясно. Это яйцо. Волшебное яйцо. И я на нем сейчас сижу. Яйцо? Зачем мне яйцо? Затем, что оно волшебное. Смотри, какое красивое. Ты можешь, например, его высиживать. Высиживать яйцо? Ну да, красивое яичко. Да, симпатичный подарок, Юми. Я знаю. Яйцо высиживать. Ладно, Юми, спасибо. Не за что. Не забудь о нем заботиться и любить его. Ладно, яйцо. Да. Может, дальше будем дарить? Привет, Лаки! А вы подготовили Эйвену подарки уже? Или ничего не будете дарить? Вы не забыли, что у него сегодня день рождения? День рождения у Эйвена? Точно! Да-да, мы сейчас все подарим! Итак, дорогой Эйвен, с днем рождения тебя! Это подарки от нас и муравьев! Да, Эйвен, поздравляем тебя с днем рождения! Спасибо, ребята, я даже не ожидал. И что же там в таких маленьких подарках? Это я им сказала, что поздравили! Спасибо, Юми, за объяснение. Мы с муравьем пообщались и решили сделать тебе вот такие вот милые подарочки. Так что открывай! Спасибо, муравьи, и тебе, Рики, спасибо. И Лаки, спасибо, я вас люблю. Да, мы тоже тебя открывай, давай скорей. Ребята, но тут же ничего нет. Это же просто пенопласт, завернутый в упаковку. Тут пусто, ребят. Это что, был розыгрыш? Да, мы решили тебя разыграть. Должен же кто-то ничего не подарить, а просто пошутить. Это были мы. Ясно. И сюда сверху я вставлю вот такую вот косточку. Эйвен, от меня тебе подарок, который ты так давно хотел. Помнишь, ты у меня просил вот этот вот это мячик с веревочками. Круто, мама, спасибо большое тебе за подарок. Это так класс. С днем рождения! Поздравляем! Деда тут пахнет тостом. Точно, Цушка, сейчас скоро будет еда. Поздравляем с днем рождения. О, вот она еда. Юми уже успела утащить вкусняшку, мам. Какой красивый торт, спасибо, мам. Эйвен, теперь не ты один, ешь как поросенок. У тебя есть еще еда. Какой вкусный торт. Да, какой вкусный торт. Я чуть-чуть тут лизну, а то я на диете. Вот, а так хочется. Я тоже не буду портить фигуру, но вы поросята. Теперь за вами тут надо прибрать. Насыпали крошек везде вокруг. Кругом крошки, надо теперь за вами подметать везде. Эйвен, ну. Юми, ну, я еще хотела спеть тебе песню, можно? Ну, спой. Дорогой, веселый Эйвен, ты красивей всех на свете, и лучше тебя никого нет, потому что ты, Эйвен, лучший, красивый парень. Классная песня. Тебе понравилась моя песня, да? Спасибо, Юми. Ребята, на моем канале Animagic сегодня очень прикольный челлендж, поэтому обязательно пойдите и посмотрите, я оставлю ссылочку в своем комментарии внизу. Спасибо большое всем и подписчикам тоже, ведь они меня тоже любят. Да, кстати, случайно репостнувшие из нашей группы ВКонтакте или со страницы мамы, ребята, мы им передаем привет из видео. Вот они тут, да? Да. Спасибо вам всем, мои подписчики, кто меня любит. Вот, спасибо вам. Вот. Спасибо, что любите. Да, Эйвен, ты что, заболела? Да не заболела я. А ты подпишись на наш канал. Да, подписывайтесь на наши каналы и скоро увидимся. Пока!